Всем привет, ребят. Ну что, у нас должно сейчас обновиться Battle Pass новый. Посмотрим, что там нам добавят. Пока еще ничего не известно. Сейчас глянем, что же у нас изменится. Давайте посмотрим внимательно Battle Pass, который у нас был. Так, забрал плюшки. За левел нам надо было... Ну, это у меня 540, а там, по-моему, 720, если я не ошибаюсь, увеличение. Или 940 там увеличили. А, я даже не проходил его на этом английском сервере. Что я смотрю. Так, что у нас было, что есть? Был у нас Бугимен по расходникам. Тут, конечно, хреновато все видно. Давайте так посмотрим с 30 левела. Вот слизни синие. Нижняя это за Battle Pass. Так, сменки. Лаки. Вот начиная с 36-го красные. Посмотрим. Тоже 10 на 40-м. Надо как-то заставить себя фармить нормально. 40-й, 43-й. Тут девятки. Ну, конечно, Battle Pass, конечно, намного круче. Кто покупает. Так, и тут золотые слизни. Ну, такое, честно говоря. Сейчас пару секунд, и мы увидим уже, что будет интересно нового. Что они интересно нового закинут. И какой будет герой. Так, как обычно, у меня не хватает места. Бум. Бульдозер. Бульдозер в подарок. Так, это сменки. Так, отлично, let's go, смотрим. Надо, наверное, перезайти. То еще тот же самый Бугимен. Так, что у нас нового? На рынке ничего не добавилось, ничего не поменялось. По акциям добавился, наверное, Парящий остров. Да, и, кстати, посмотрите, Зефира 10.5.2 добавили. Вот это красавчики. Вот это реально круто. Надеюсь, на русском сервере тоже поменяется. 2.5.10. Вот это реально плюс. Хоть какой-то шанс есть у бездоната еще вытащить. Так, и на 4 дня заправили вот такую вот акцию Авиара. 4 дня, в принципе, тоже неплохо. Окей, поехали, самое интересное. Battle Pass. Странно, он не поменялся. То ли я втыкаю, то ли он реально должен поменяться был. Но опять тот же самый. Ну, Бугимен стоит. С первого левела дали опять же Бугимена. То есть Battle Pass они не поменяли, но зато 120 осколков уже дают. То есть дают возможность собрать намного больше. 160. 33. В общем, осталось все то же самое. Единственное, увеличили количество осколков за Battle Pass. 3, 36... 10, 5, 5, 275. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. По сути, тот же самый герой, Бугимен. Только единственное, видите, скины дают. Плюс добавили, я смотрю, эти итемы на пэтов. 10, 20. На 30 нету. Ну, в общем, вот как-то так. То есть нового героя здесь какого-то халявного не дают.
к сожалению, но зато поправили нам количество героев в Парящем острове, что, в принципе, радует, потому что есть возможность для Бездона собрать хоть как-то Огника. Ой, говорю, тут и Огника, Зефира, лично их путаю. Вот такие вот, ребятушки, дела. Поэтому пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.